Всем привет, друзья! Приветствую на канале Money Brotherhood, и сегодня у нас новый ролик по проекту Fetch. Сегодня, ребята, мы разберем все о токене Fetch, о архитектуре Fetch и о их white paper. То есть это, ребята, белый лист, на котором расписаны все планы, цели, достижения, мотивы проекта. То есть то, почему он амбициозный, то, почему он может дать иксы, и почему инвесторы, а также рекламодатели сотрудничают с данным проектом. Очень важная вещь, кстати, ребята. В любой криптовалюте white paper – это практически главный показатель. Итак, сейчас мы находимся на странице Fetch AI Token. Вот здесь мы можем рассмотреть все о токене. Мы можем узнать потребление в общей сумме, сколько сейчас токенов. Оборотный состав, поставка сейчас токенов – это 688 миллионов токенов. Вот их общее предложение 1,2. То есть видим, ребята, что очень много, 1,2 миллиарда. Их адрес контракта мы можем вот так вот нажать и увидеть. Смотрите, ссылочку, ребят, пожалуйста, вот рекомендую, именно берите здесь, потому что мошенников очень сейчас много, поэтому ссылочку берите с официального сайта, вот здесь нажимаем и переходим, видим их контракт. Вот, и на контракте видим количество токенов. Как раз таки, вот, это максимальное, то есть предложение, которое может быть. То есть вот 1 миллиард 152 миллиона 997 тысяч 575 монет. Вот в долларовом эквиваленте видим, ну, считая цену, которая сейчас, естественно, на бирже. Вот холдеров, сколько находится, и транзакций. Официальный сайт, то есть как раз таки, с которого я перешел. И контракт-адрес, который вы можете легко скопировать, сохранить у себя. И можем видеть, какие транзакции проходят, 3, там, 9 минут за одну. То есть они довольно часто приходят, потому что токен активный. Вот где они проходят, можем видеть и так далее. Вот, на каких биржах, естественно, как видим, Uniswap, KuCoin. То есть это все легально, мы можем здесь просмотреть. То есть, если что-то, берите его здесь. Цена на данный момент токена, ну, примерно 57-60 центов. Ну, тут вот сейчас примерно как раз та же цена, что и на рынке показана. Вот, использование токенов FED. Создавайте, подключайте агентов к сети. Используя токены FED, вы можете создавать и развернуть свой агент в сети. Это процесс, как стейкинг. Ну, короче, ребята, как стейкинг процесс, можно сказать, если кратко будем говорить. Обучить и развернуть своего агента в сети FED, заплатив скромное количество токенов FED, разработчики могут получить доступ к утилитам на основе машины обучения для обучения автономного агента. И Oracle доверительной службы. Участвуя в стейкинге, вы будете у зоны вольтации включаться путем размещения токенов FED. Ну, это уже как инвестирование, ребята. Вы вот видите, что можете стать частью цифровой экономики. Вы можете использовать токен FED в качестве средства обмена в OEF, Open Economic Framework. И позвольте автономному агенту получать данные или услуги от других агентов. Вот, используя его. Купить и хранить свой FED вы можете на Binance, BitMax, KuCoin, CoinSupper, Corbit, Crypto.com, Wazirix и MT. Ну, то есть Binance, BitMax, MKT, я думаю, самые удобные биржи, где вы действительно можете. Вот, за остальные биржи я тоже, ребят, знаю, но пользовался именно этими. Вот, вы можете здесь рассмотреть, ставьте свой FED, как вот это выглядит, что такое стейки, зачем делать ставки. Вот, и ставьте, зарабатывая их. Насчет стейкинга, ребята, у нас есть прошлый ролик, поэтому здесь я вам показывать не буду. Переходите по ссылочке и смотрите прошлый. И вот их архитектура, ребята, которую мы также можем изучить и просмотреть, что они здесь рассказывают. Здесь также идет вступление, что они создают технологии. У них идет множество сервисов, которые размещены, управляемые и идентифицированные, которые поддерживают развертывание приложения агентов. Вот мы можем здесь посмотреть это на картинке и изучить, естественно, саму книгу Fetch 2.0. Вот, на GitHub. Кстати, ребята, вот таким образом выглядит их страница GitHub. Вот, если мы посмотрим, то вот она. Таким образом можем здесь подписаться на нее. Вот такой вот у нас ролик вышел по проекту, ребята. Я надеюсь, вы будете ждать новых роликов. Поэтому поставьте лайк, оставьте свой замечательный или плохой комментарий. Зависит от вас. Если у меня были какие-то ошибки, то поправьте меня, напишите, что вам не понравилось в ролике. Но если ролик вам был полезен и интересен, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.